И мы снова с вами. Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Так, сегодня буду проходить Breakthrough на NES. То есть вспомнилась игра, у меня когда-то была на четырехигровке с Франкенштейном и Бластермастером. Я когда-то все прошел. Но, правда, она весьма таки сложная. Я Так так что. понимаю, по графике она простенькая, да, такая? Да. Ну, просто едешь на машинке и стреляешь. Да, буду играть на русском языке. Breakthrough — это дословно вломление или как ворваться. Ну, наверное. Так. Ладно. О, на русском. Да, это на русском. Так, надеюсь, игру хорошо слышно так. А, да, тут, кстати, турбокнопка не очень-то. Так что обычная кнопка вполне сойдет. Блин, я как-то проходил на ЧБ телеке, блин, это было вообще ад. Да, кстати, народ, там со звуком как? Игру слышно? Игру слышно, но тиховато. Тиховато, ага, то я тоже все слышу тихо. Сейчас, секунду. Да погромче поставлю. Так, надеюсь. Нет, вот Ламинеги пишет, нет, я вот это точно не играла. Да, это уже экзотика. Да. Да, так что тут, здесь турбокнопка не помогает, поэтому буду так стрелять. Турбопалец. Да. А, тут, кстати, какие-то ракеты есть. Знаешь, что напоминает? Одновременно несколько игр. Я помню, одна была. Нужно было лошадей на скаку останавливать. На Да. НС. Не помнишь такое? А может и было что-то такое. Да, это, блин, это же у меня последняя жизнь. Направляйся через горы. Ехал Скайуокер через горы. Через камни. А, блин, меня ракета задела. Ну тут конты бесконечные. Можно продолжать сколько угодно. Ну, если не смотреть на то, что это едет автомобиль, то можно, в принципе, предположить, что это шутэмап. Ну да. Или какие-то гонки. А, блин, через. Опять через гору промазал. В гонках, понимаешь, дух соревнования, а здесь как-то. Перестреляю всех. Ну да, едешь себе и спокойно стреляешь. О, я. А тут солдатов подавить можно. Так, ну грузовики мне с. Подавить? Ну, давить. Морально. Не физически. Блин, я за мину зацепился. Dungeons and Dragons. Куб мы стримили с этим, как он называется, с Омегой. С Омегой, чески. Dungeon Dragons. А что-то знакомо. А в каком она битэмап? Фэнтези. Я бы даже сказал, что он чем-то напоминает Golden Axe какой-нибудь. Да, это, кстати, тут, по-моему, то ли на третьем уровне будут эти паровозы. Я их так называл. Они тут. А, вот они, кстати. Вот они, паровозы. Третий уровень оказался. Каким? Первым, вторым? Это почем? По вот этой игре, что ли? Ну вот сейчас какой уровень у тебя первый? Это у меня первый. Дай пос. О, я его уже и прошел. Ксавьер пишет, а мы стримерам не предлагаем. А, это, наверное, Рену предлагают. Мост прыгать через. Ну вот помнишь, еще игра была, где одновременно на самолете, ой, то есть на вертолете и на машине. А, да, была что-то у меня такая игра. Блин. Мне кажется, похоже. Да, прикольно, кстати, игра, мы как-то с братом не играли. А, блин, тут же ж
Я забыл, тут есть одни мосты, на которых можно перепрыгнуть, на некоторых объезжать надо. А как узнать это? Пока не проиграешь. Запомнить. Так, пошли на секунду, отлучусь. Ага. Такс, мост перепрыгнули. Блин, еще и солдат подстрелил. Да, Вейт, мы прошли контру. Прошли ее, так сказать, олдскульным способом. Да, действительно, турбопалец мне в помощь. Блин, тут... Надо, наверное, перепрыгивать, скорее всего, потому что так не вариант. Да, тут, кстати, игра хороша тем, что и не надо с самого начала начинать. Блин, забыл перепрыгнуть. Да, я очень давно ее не проходил. Шустрые какие-нибудь верстарт юзнули один раз. А, верстарт мы, по-моему, один раз юзали. И зачем я сказал? Так, один солдат есть. О, можно перепрыгнуть. А, это я вот так вот стреляю, это пульками, блин. А, ну хотя бы уже до середины дошел. И тут же подстрелили. А, блин, танк. Какого хрена? В смысле, как Рома? Да нет, спасибо, Рен. Я вряд ли вытащусь на такое. Да блин, что ж такое? Прыгай и уворачивайся. Да-да-да. Вейт уже у нас спрашивал насчет контры. Что по поводу контры? Сейчас. А, сейчас я читаю. Да, прочитай. Так, так, вверх плюс старт юзанули. Ну, ну, мы один раз стартанули. Я еще раз говорю, с учетом нашего супер уровня игры. Я же говорю, у нас все по олдскульному было. Ну да. Тогда никто не задумывался по поводу использование читов. Да, Рен уже меня хочет у Романа месяца окрестить. После тебя. Ну, за то, что мы читерили это в контре. А... Я вообще-то не читерю, но... Но есть такие игры, где чит позволяется. Так, а, кстати, вот это, я помню, здесь вот это, в этом уровне я долго застревал.
Ну что, солдаты обстреливают тебя, ищи танк. А, блин! Не, игра сама вот это несложная, но, блин, мозг выносит. Ну хотя бы, знаешь, еще Дима радует то, что не надо начинать все с самого начала. Если тебя потрачены все жизни, ты хотя бы можешь начать с того места, где континь, ну то есть чекпоинт. Всего 5 этапов? Всего 5 уровней, да. Прошу прощения за насморк. Совершенно не кстати. Да это я. Это только на втором сейчас, да? Да, я еще на втором. Так, вот тут я уже помню, надо перепрыгивать. О, наконец-то. Арен, по поводу подкастов у меня есть другое предложение. Делать не аудиоподкасты, а видео. Ну, мы, по-моему, как раз вчера об этом и говорили. Да. Ну, то есть, как бы, не то, что прям говорили, а просто... Предлагали, да, мысль. Тему проскакивала делать видеоподкасты. Да, я, кстати, когда пришел уже этот... Рен заявил об этом мыслю. На самом деле все просто. Делать тематический стрим, к примеру, Sonic, да, там, и разговаривать чисто по Сонику, или там, ну, да, я не знаю, делать какое-то сравнение платформ. Я уже говорил, кстати, об этом писал в этом чатике по поводу того, что можно стримить игрушки с разных платформ. Ну, вот как я вчера делал. Ну да. Две игры подряд. И на разные платформы. Да, да, да. И вот какие-то, я не знаю, моменты обсуждать. Пишет, что про видео ничего не знает. А, блин, вот этот, блин, это мне вертолет сейчас будет долго. Ну, видео, подкаст, ну я не знаю, мне кажется. То есть один человек играет, а все остальные обсуждают. Ну да, ну это можно на самом деле назвать и аналитическим стримом. Кому как удобно. Да только надо, чтобы, наверное, сам стример, наверное, молчал. Ну или. Они, хотя в принципе не обязательно. Не, мне кажется, это будет обязательно, чтобы показать достойную игру, чтобы не фейлить. Да, ну. А вдруг ему. О, кстати, это не знаю, то ли какая-то бомбочка, короче, но я называл вареньем. Сейчас ты увидишь этот. А, блин, вот грузовики помешали. Вообще, хочу заметить, графика довольно странная для Дэнди. Такое ощущение, как будто это. Ну, не знаю, Амига какой-нибудь или кто. Коммодор. А, блин, врезался еще. Или Спектр. Так. Ага, по-моему, вверх, да. Надо было в самый верх подниматься. Это вообще официальная игра существует, да, такая? Да, это существует такая игра. Я не помню уже, кем выпущена была. Датаист, по-моему. Если верить обложке. Ну, наверное. О, все, я второй уровень прошел. Молодец. Что ж, в противниках прерия до того, как они поднимут тревогу. Я вот реально уже не помню, что вот это вот, скажем так, банка варенья означает. Ну, по-моему, то ли скорость увеличится, или я не знаю. Уже честно забыл. А это бомбы, да, вот это? Мины. Да, мины. Вот капсула, кстати, вот знаю, что увеличит заряды. То есть как спредган в контре. Только там на 15 выстрелов. Это точно прерии, потому что люди здесь какие-то аборигены, черт. О, кстати, вот она. Банка варенья, не успею. А, я понял. Она, короче, да, по-моему, то ли бесконечный заряд дает, то ли на какое-то время она бесконечная. Вот сейчас подловил ее, вот, застреляю теперь тремя пулями. Блин, еще и подстрелили. О, спредган.
Да, и уже у меня его нету. Блин. Но ты проходил? Да, я ее проходил. По-моему, даже в детстве раза 2-3, наверное. Правда, скажем так, пришлось потратить нервы. И еще мысли на то, что я джойстик не выброшу в окно. Или в стену. С чего это я расист? Я ничего плохого не говорил. А тут, кстати, везде солдаты черные. Все монотонного окраса. А Prisoners of War не играл? Кого? Prisoners of War. А, что-то знакомое, может, я играл. Я ж на Денди мало игр играл. У меня ж Sega была эталоном. Давай всех прошел вчера всех Аладдинов. Хотел на Master System еще брать. Но там слишком жестко. Не, Master System это сильно жестко будет. Так, я уже... просто игра такая на самом деле бессмысленная немного. Ну, в общем-то, как большинство игр на Master System. Как не жаль. За Соников Аладдина я его как-то пытался проходить. Наверное, прошел одну седьмую часть, если судить. Если верить, точнее, карте уровней, потому что там настолько много уровней. Я даже не знаю, ну сколько, ну уровней 30, наверное, 40, а если не больше. Вот, и мне просто лень на самом деле. Ну это ж такое дело. А она там очень глупая игра такая, знаешь, банальное собирание яблок. И все, да. Кстати, Рома вроде Геркулеса должен был на Соньку пройти, но так как что-то он не горит желанием походу ее проходить. Ну так надо не на Соньке, а на этом, на Сатурне. А Сатурн вот, отличается от Сони? Да, версия там совершенно другая, она круче, как мне кажется. Есть, я перепрыгнул это через мост почти, там еще островок небольшой. Кстати, Спира это, по-моему, маленький дракончик зеленый, да? Ну да. Я помню, как-то играл на Соньке, именно на консоли в нее. Демо-версию, кажется. Что-то я там чуть-чуть побегал, понравилось, а потом... оказалось, что там только два уровня, и все. Я вот тебе хочу сказать, я как человек, который прошел 2.5 Спиро, хочу сказать, что третья самая лучшая. Самое по ощущениям классное, ну и как вообще. А какого Геркулеса? Ну, на Сатурне он, по-моему, один был. Я Херкс Адвенчерс вроде. Я точно не помню. Сейчас я посмотрю. Да, блин. Чувствую, меня этот мост немножко затроллит. Там тут тоже надо... Там на одной на одном месте скорость увеличивать, на втором уменьшать надо. Так и называется она Херкс Адвенчерс. Сейчас я кину в чат. Если надеюсь, я его не сломаю. Нет, ты не сломал его. Блин. Мне как-то надо на том мосту этот. Ну, то есть, получается, попасть на середину, чтобы потом разогнаться и перепрыгнуть на следующий край. Только Спира фиолетовый, не зеленый. Так, значит, что-то я не то. Значит, что-то я путаю. Что-что? Ламинеги пишет, что Спира фиолетовый дракон, а не зеленый. А ты сказал зеленый? Да, я сказал зеленый. Ну, тебя приглючил. Значит, наверное, приглючил. Фиолетовый. Я просто не услышал. Ну, хотя в более поздних частях на PlayStation 2 он уже такой имеет более темный окрас. По-моему, насколько я помню. Да, кстати, я что-то не могу найти игры на PlayStation 2.
На каких-нибудь интернетах магазин, ну, интернет-магазинах захожу, вообще не могу найти. Там и то мало. Да, с eBay это оказывается. Ну, можно, только я как бы в eBay немного не шарю особо. Ну, там шарить нечего, там надо разобраться один раз, сделать себе Ну да. все настроечки и все, и пользоваться. Ну, там мне же, говорится, человек, чтобы в этом помог, нету. Ну, гайды смотреть и читать, знаешь, у всех по-разному. Хотя у меня есть одна игра, которую я хочу купить, но не хочу на PSN, я еще показывал. Да, какая? Может, у меня есть, я тебе У отошлю. тебя ее явно нету. Ну-ка. Доктор Кто? А, нет. Такого редкого Ну да. этого. Ну, в смысле, такой редкой игры, я хотел Ну сказать. да, ну она есть на PSN, а я на PSN не хочу, я хочу дисковую. На диске есть, но она ж как бы Special for Great Britain была. Это какая-то киноигралка, что ли? Это сериал Доктор Кто. Ну, Ну, как бы. то есть ты играешь как бы в сериале. Ну да. Там можно и вдвоем проходить. Вот я, кстати, помню на PlayStation один из первых вот таких вот игралок, то есть как бы кино. Я не помню, как он назывался. Блин, я почти перепрыгнул этот мост. Малаягер, привет. Интересно, что я что я должен был сказать, если не это хотел сказать. Нет, я совершенно не это имел в виду. На самом деле я очень мало знаком с библиотекой игр PlayStation 2. Ну, из PlayStation 2 я только знаю Tekken 5, 3 Soul Calibur, Devil May Cry, вся трилогия. И как тебе, кстати, Devil May Cry? У меня валяется диск, я все никак Отлично. Потому что поймать не могу. я. Если оригинальный Devil May Cry, то я вообще этот, скажем так, можно назвать фанатом игры. Вот, кстати, хотел. Ну, как бы в ближайшее, не знаю, может не в ближайшее время, но хочу ее застримить. Только я же помню, что были эти русифицированные версии. Хотя могу и купить этот HD Collection на PSN 3, но там на английском языке. Так, что-то я на мосту застрял. Я вот тут чисто случайно наткнулся на мегадрайвскую версию Геркулеса. И как? Ну, как, не знаю. Ну, как PlayStation-овская, грубо говоря. Может, портировали? Блин, почти ж перепрыгнул. На пекарне, ну да, там, по-моему, две игры есть на пекарне. По доктору, но я хочу именно PlayStation-овскую. Там одна была точно под ПК, а вторая была там под ПК и Nintendo Wii. Так, что-то мне это не нравится. Я уже застрял на этом месте, не могу никак пройти. Заспамлю, пожалуй, чатик. Сега Мега. Ну, блин, почти. Что за доктор-хирург? Нет, именно доктор из сериала «Доктор Кто». Да блин, как же мне ее перепрыгнуть-то?
как сказал бы пират, постарайся. Просто постарайся попасть на этот остров. Просто. Да просто пытаюсь. Да я же стараюсь не умирать. Вот помню, на этом месте я долго тратил свои нервы. Так. Прыгнуть в воду, защищаясь от врага. Да, если я прыгну в воду, я помру. Хороший совет, конечно, но, блин, он не тот, который бы хотелось. Блин, да почти ж. Чёрт. Да. Вольт, я тоже обязательно посмотрю, как я буду проходить Devil May Cry, но... Но тут, увы, придется столкнуться с трудностями. А кто говорил, что это не Сатурн? Я скинул последнюю ссылку. Да, блин, как же мне... версию. Блин, как же я ее когда-то перепрыгивал, но, блин, не помню как. Вот, кстати, я не видел на PlayStation эту версию. Я думал, что на Сатурне это эксклюзивно. Паш, ну чё там у тебя? Всё глухо. Вроде как почти... На острове перепрыгнул, но там... Там вот единственный нюанс, что там на том островке надо таки быстро все делать. Тут, как говорится, тактика нужна. А какая? Вот только нажимая прыгать, я уже этот. Адамс Фэмили. Перебор был, мне кажется, с прыжком. Чуть-чуть поменьше можно сделать прыжок. Попробую, если я, конечно... Блин, зацепился. Adam's Family Values... это... А я разве... На Денде? А я разве этот... собирался ее стримить? Вроде не входило в мои планы. Конец игры. Конец игры, да. Значит, это вспоминается Little Nemo, когда у меня был геймовер, а я какую-то версию не ту поставил. Сейчас какой-то Йорл Навр был. Да, Геркулес на Соньке был хорош. Насчет Тарзана, да, блин. Не знаю. Мне кажется, Тарзан скучноват. Просто скучно. Однообразно выполненная игра. Я не помню, приходилось мне играть это в Геркулеса или нет. Вот опять ты очень далеко прыгнул. Вообще, на самом деле, такие игры, как Тарзан, еще, кстати, помню, Король Лев тоже был на PlayStation, вот это ранние 3D-шные собиралки. Еще, в пример, можно привести 102 Далматинца. Мне кажется, они такие все примитивные и глупые, что в них даже играть смысла нет. Они, в принципе, как бы хорошие, можно было бы там поумиляться чуть-чуть и попроходить несколько стримов, но они однообразные, мне кажется, они всех задолбают уже там через полчаса примерно. Да, блин, только нажимая на прыжок, я в воду, короче, врезаюсь. Хотел сказать, дай попробую. Да я бы с радостью передал бы джойстик. Не, тут можно вдвоем играть, но только по очереди. Там Вейд, по-моему, спрашивал меня про Звездные войны, когда я буду проходить. Ну,
Проходить, наверное, буду чуть-чуть, наверное, позднее. Я вообще хочу найти компаньона, которым я буду за одним компом проходить или за одной консолью, если повезет. Потому что там интереснее вдвоем проходить, чем самому. А на эмуляторе PS PlayStation 1 попробуй еще вдвоем поиграй. Блин, ну почти ж. Не скрою. Прыгай заранее, не скрою моста. Ну, хорошо, сейчас попытаюсь, только надо, чтобы. По-моему, там даже не одна была игра по Lion King. Да, это надо было походу мне разогнаться, а потом уже нажимать прыгать со средины моста. Прыгать заранее, ну там, блин, вот если бы не ракета, я там шикарно можно было проехаться и перепрыгнуть. А можно как-то не спешить и остановить ход, поубавить оборот? Он, кстати, сам едет. Я только лишь разгоняюсь и убавляю. Ну, блин. Вы хотите 50-минутные ролики на YouTube или их полноценный стрим с обсуждением одной темы? Да, в принципе, как. Не, надо, чтобы тем несколько было. Вот сейчас у тебя хороший прыжок был, чуть побольше прям. Да, надо было чуть побольше. А зачем монтировать, если это все можно делать в онлайн, так скажем, Ну да. режиме, в живом режиме. И просто потом запись также с твича выдергивать и закидывать. Где-то на час. Блин, надо было все же разогнаться. Рому взять талисманом будет. Главное, чтобы Рома сам согласился. Согласиться. Ну что это было вообще? Называется «Паша не разогнался». Как узнать? О, есть, есть, я перепрыгнул, есть, я перепрыгнул этот остров. А, блин, вертолет, за что? Еще один, только этого не хватало. Так, есть, прошел, еще два уровня осталось. Вот был Simba's Mighty Adventure, The Lion King. И какой-то Lion and the King 2. Да, кстати, тут турбопалец даже лучше действует, чем турбо Б. На вот этой вот игре. Так, а город тут, по-моему, будет капец как. Ну ладно, все равно, кстати, можно будет увидеть контру этот. Нет, это фейк все-таки. Нет такой игры. Какой? Lion and the King. Что-то я первый раз слышу. А я Это помню, у Lion. меня какой-то был король лев, я в него. О, блин, это что было? На PlayStation? Нет, сеговскую король лев, я не помню какая часть, но что там, короче, если что-то, короче, схаваешь, ты можешь превращаться в большого Симбу, то есть, как, знаешь, как Марио. А, Вейт, еще фишка том по Звездным войнам была то, что у меня было управление корявое, так как я играл этот
На каком, ну, помню, на эмуляторе PSX, по-моему, не PSX One. Там управление еле-еле настроил до нормального. Потому что там кнопки совсем другие были. А, блин, баги. А, тут еще баги за мной будут эти ездить. Это я вспомнил. Они вот, короче, делают как бы прыжок. И они сразу за тобой едут, тебя врезаются. Слушай, а ты меня спрашивал вчера про Блейда? Блейда? Да. Нет, по-моему, я не спрашивал про Блейда. Или в чатике, как разговор вроде был о Блейде на PlayStation. Нет. Рен, я не говорил такого. Послышалось. Так, отлично, перепрыгнули. Блин, вот если бы еще и с этого с окон не палили, было бы хорошо. А то еще тут с окон палят. И мин много еще Сокон. понаставить. Да. Так. Блин. А, ну хотя бы уже к... на середине нашел. Блейд прикольный. Я помню, диск у меня был очень-очень царапанный и глючен. Поэтому я в нее толком и не поиграл тогда. Поиграл уже А, так позже. я вот это про королев. О, жизнь есть. Я, кстати, насчет королева так и не рассказал. Это же играл на сеговскую версию, там, где, короче, в конце самый жесткий левел, то есть, типа, как, ну, понятное дело, что платформе, это, короче, когда ты уже начинаешь идти, то стена этот. То есть все остальные текстуры, короче, идут за тобой. Ну, как вот, например, в Мегамене во втором. Есть такое там. Но там как бы континью были бесконечны. Уже четвертый уровень прошел. Этот континью были бесконечны. И что я помню, в конце уровня был этот. Сейчас в конце уровня, короче, показывают типа якобы Муфасу с Симбой и этот. Они типа что то ли на фейерверк смотрят. Что такая вот у меня игра была. Сейчас помню, за второй заход, наверное, прошел. А, я уже, кстати, последний уровень прохожу. Уже как-то быстро. То это третий. Это вполне себе неплохо идешь. Угу. Как для. Если так спу. Учесть то, что я в него играл очень-очень долго. Он пишет, Рен, типа, проходи Блейден, только надо много шуток про черных. Ну, я, короче, запустил его. Вот я сейчас играю. Ну, в принципе, очень даже неплохая игра. А жанр какой там, типа слэшера, что ли? Знаешь, это... Я даже не знаю, как тебе сказать. Я бегаю от третьего лица чуваком, Ну. стреляю. Пока я ни одного вампира не убил. Странно. Вольт говорит даже, что прошел. Коблейда. Может быть, кто-нибудь играл в Апокалипсис? Не, в Апокалипсис, по-моему, я не играл. Или, может, играл. С этим самым Брюсом Уиллисом. Не. Подожди, этот... Крепкий орешек, что ли? Или подожди, еще раз скажи название игры. Апокалипсис. А, Апокалипс, не. Не, с Брюсом Уиллисом я только в Крепкий Орешек играл, это на ПК. Воу-воу-воу, тут эти машины за мной едут. Ну, мы что, в гонки, что ли, играем? Верни самолет.
Перепрыгни через забор и найди самолет, найдешь дорогу домой. Ну, блин, перевод, конечно. А кто переводил? Веселый. Ладно, в конце узнаем, или я когда проиграю, или когда я закончу игру. Так. Вау, вертолеты. Да, кстати, музыка здесь этот одна и та же на всех играх. Это типа сэкономили. На всех уровнях ты имеешь? Да, на всех уровнях одна и та же музыка. Это плачевно, конечно. Это делает игру автоматически хреновой. Ну, наполовину хреновой, я тебе скажу. Вот, кстати, вчера на Кракене кто-то ночью стримил этого ниндзя, Black Mantra, по-моему. Там музыка тоже одна и та же. Ну, все, я прошел игру. Вот вам. Ну, поздравляю. Сейчас покажут, как чувак садится на самолет и куда-то улетает. И все, да? И все. Вот ты храбрец, ты нашел украденный РК-430, вернись. Да. Ну, какой-то этот, какой-то волчок в виде NPC. Да, и, кстати, машина сама уезжает. Вот что интересно. Умная машина. Угу. Супер и грубер. Ну, все, можно считать, что игру застримил таки. То я давно собирался застримить. Точно. Ручник не поставил, скатилось. И после этого вышел Топ Ган. У нас чатик ребит от красного. Ну, в принципе, можно... Друшу начинать сначала. Да, кстати, сейчас уже проиграю, чтобы узнать, кто хоть перевел. И можно, я думаю, заканчивать на этом. Сейчас. Так, вот. Так, а перевел у нас Мультисофт. Так что. Вот так вот. В принципе, все на этом. Можно считать, что стрим закончен. Всем спасибо. С вами были Skywalker и сам RB. Увидимся скоро. Всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Пока.